Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Ну-ка, давай заберем свои шмекели, которые мы в тот раз инвестировали. Давай-давай. Спасибо. Спасибо. Так, у нас с тобой 1500 шмекли, да? Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем депозитик еще. Соточку ложим, а 700 забираем. Ну и здесь, в принципе, тоже можно сделать. Все, инвестиция началась. Так, друзья мои, нам не хватает 4 значка для того, чтобы подраться со следующим главой члена советов, да? Поэтому, кстати, вот это яйцо, мне сказали, оно не будет драться, его нужно выводить. То есть, получается, надо ставить его первым. Давай проверим. Так, мои Морти. Вот этого мы с тобой заменим. Вот так. Надеюсь, я все правильно понял. И отсюда, говорят, появится опупенный Морти. Какой-то супер экзотический, супер офигенный. Ладно, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, у нас с тобой, кстати, есть шмекли. И давай-ка мы с тобой приобретем что-нибудь в магазине. Так, создание, это мне не нужно. А вот магазинчик Рика я, пожалуй, с удовольствием навещу. Так, давай предметы посмотрим. Чип контроля мы возьмем. И еще один. Так, а на сыворотку уже не хватает. Плохо. Плохо, что не хватает нам на сыворотку. И теперь самое время отправиться нам с тобой в портал. Слушай, а может быть не брать это яйцо? Нет, пускай все-таки будет. Пускай все-таки оно будет. Так, отойдите отсюда, а? Мешает мне тут путь преграждать, понимаешь ли. Где портал? Где, я спрашиваю у вас? Подожди, я потерялся. Вот он. Ну что, погнали. Куда нас, интересно, сейчас закинет нелегкое? Воу. Походу дела зима у нас тут. Смотри, смотри, какая тут кусок пиццы стоит. Ладно, попробуем сейчас пройти. Я вижу кабель. Это кто такой, ребят? Смотрите. Обычный. Так, мне удалось найти кабель. Но он, как тебе сказать, обычный. Кто это у него? Две головы, что ли? Будем мы его ловить или нет? Опа, опа, опа. А вот этого я обязательно, ребят, поймаю. С ирокезом. Ах, как мне туда не пройти. Да ёк-макарёк, ребят, я хотел обойти. Блу не нравится Рик. Блу хочет проучить Рика. Ну, засранец. Ну, давай, Блу. Придется с тобой драться. Так, Морти заурядный труженик. Закаливание. А что такое закаливание, друзья? Усиление защиты средней. Ну давай. Ой-ой-ой-ой. Вот теперь меняем. Угу. Скорость падает. Получаем закаливание. Яйцо повысило себе защиту. Естественно, замена сразу же, друзья. Так, секунду, я забыл, кто он у нас. Он бумажка. Значит, мы с собой берем ножницы. Берем с тобой большого Морти. Замена. И сейчас мы глянем, что у нас тут получится. Оплюху получили, но видишь, критический удар прошел очень слабенько. Так, скорость у него упала, да? А мы с тобой делаем костюмы и туфли. Ух, как ему солидно. Так, бойкот продаж делает. Атаку себе возвышает. А я думаю, парень, тебе это уже не пригодится, потому что сейчас мы тебя просто распетрушим, вот и все. Да-да-да, именно этого я и хотел. 27 очков опыта. Так, яйцо получает тоже 9 очков опыта. Мутагенный Морти. Я не помню, кто он, ребята, по-моему... А, он камень. Блин, против ножниц это, конечно, не особо хорошо. Ну что, давай тогда делать с тобой атаку. Хотя, может быть, нам бумагу взять лучше. Давай проверим. Один ударчик сделаем с тобой.
Ну, в принципе, неплохо, ребят. Посмотрим, как нам прилетит. Воу-воу-воу-воу. Так, а он же делает плевок. Точно, ребята. Он нам делает плевок. Но не траванул. Вот мы его сейчас, по ходу дела, ушатаем. Да тихо, Морти, не волнуйся, сейчас мы его накажем. Сейчас, подожди секундочку. Можно было бы простой, обычный ударчик сделать. Но, тем не менее, Морти истощен. 58 очков опыта. Ну, этот Морти выглядит обычным. Без всяких отклонений. Продолжаем. Морти в красной рубашке. Так, он редкий. А ну-ка. Хорошо. Молотило применяет. Слушай, смотри-ка, ну мы его, друзья мои, по ходу дела распетрушим. И остается последний Морти. Ух ты. Продолжим. Это братишка революционер Морти. Он камень. Он эпический. Ну-ка, давай проверим. В плане прошла Биба. Блин, ребята, мы не попали по нему. Он скорость себе повышает. Слабенько бьем. Слушай, а он еще хуже бьет. Так что продолжаем. Да ты достал уже, скорость растет. Давай еще костюмы, туфли. И последний, друзья мои, удар. Лишь бы дожить только до него. Ой-ой-ой, у нас закончилась атака. А если так? Зашибись, у нас еще и мимо. Мимо, ребята, атака у нас пролетела. Так, замена. Давай мутагена возьмем. Да, я думаю, это будет лучшим для нас вариантом. Так, давай-ка плевок ядовитый в него. Раз. Двас. Блин. Всплеск. Ну, все, друзья мои, мы победили с вами. В этой схватке 334 опыта. Ух. Уровень наш понравился. Это круто. Так, шмикели и большая сыворотка. Что он там сделает? Накинет шмекели. Не нужно мне. Мы как-нибудь обойдемся. Вот если бы он бы оживил бы. Блу не нравится, как Блу сегодня сражался. Блу не хочет больше видеть Рика. А я как будто тебя хочу видеть. Я даже не хотел с собой драться. Мне нужен был вот этот парень. Я за ним сюда шел. И я его поймаю. Ух ты, талисман дикарь Морти. Ребят, мне это экзотический. Слушай, а здесь, наверное, что нам сделать-то? Ту-ту-ту-ту-ту. Наверное, мы с тобой сделаем. Слушай, а это яйцо получило вообще опыт или нет? А как его выращивать? Блин, тут придется заменять. Подожди, заменять. Надо посмотреть, на кого. Это у нас бумага. Значит, нам нужен. Упс, а у нас ножниц-то и нету. Значит, берем Плюмбуса Морти. Замена. Так, ну что, друзья мои, давайте посмотрим. Плохо. Ну-ка, молотило врубаем. Да чтоб тебе. Ёк-макарёк, ребята. Что это такое? Что это за детская атака? Объясните мне. Подожди, подожди, подожди. Давай, может быть, хильнемся. А смысл его хилять, да? По большому счету. Ладно. Пускай попробует его бомбануть. Попробовал. Да, Плюмбуса Морти истощен. Ну что, тогда нам судья Морти, наверное, поможет. Замена. Мы все-таки редкие. Поехали, проверим. Сделаем толчок. Да как бы тебе сказать, не особо-то хорошо, но все-таки. Так, друзья мои, по-моему, его пора ловить. Или как? Давай попробуем. Предмет. Чип. Применяем. Есть! Да. Талисман дикарь Морти у нас в кармане, друзья мои. Он отправлен в питомник. Так, с этим драться что-то, блин, как-то вот неохота. А пройти мимо, наверное,
не получится. Так, а выйти я отсюда тоже не смогу. Поэтому у нас только один вариант. Это драться. Да, драться до победного, друзья. Флуп, инса, дупели, дугали и дерик. Вот морти купампна. Да иди ты на своем... Фиг поймешь, каком языке. Гиганта руки Морти. Окей, окей, Фиддином, окей, окей. Нам надо менять. Нам надо менять на судью Морти. Это единственный, который может тут еще что-то прописать. Причем хорошо. Окей, окей, давай. Он, видишь, объятие делает. Ну, а мы ему сделаем толчок. Слабо. Так, он делает закаливание. Защиту себе повысил. А мы что можем сделать? Силу свою. Давай вот так вот сделаем. Силу и уклонение. Ну-ка. Блин. Это мне, походу, не помогает вообще никак. Хруст. Вот это да, ребята. Вот это я хрустнул. Практически пополам. Ну что это? Ну он сейчас меня добьет, естественно, ребят. И кого я сюда поставлю? Плюмбусы? Мутагенный Морти. Это единственный, кто у меня тут, ребят, остается. Ну и еще яйцо. Ядовитый плевок. Посмотрим как. Раз, два. Но здесь мы этого победим. А вот дальше-то что делать? А дальше все, погибать. Так, гигантарукий Морти улетает. Мы с тобой даже уровень получили. 13-й. Осваивает молотило. Оу, яйцо Морти, уровень 6. Подождите, ребята, а как же я его должен вывести тогда? Он, у него уровень только растет. Это кто такой? Это что? А, это старый Морти? Продолжить. Нет, это Морти в джинсовых шортах. На тебе, плевок. Три плевка, неплохо, но нам тут крышка. Сейчас сделает залом и побеждает нас. Остается у нас только лишь яйцо. Ну, яйцо, ребята, атаковать не умеет, поэтому, естественно, он нас сейчас тут быстренько забомбит. Я могу только закаливать тут применить. Все. Мы с тобой в отключке. И за нами сейчас прилетит наш кореш. Так, что там? Он подлечит моих Морти. Тогда давай. Спасибо за просмотр. Я мистер Мисикс. Да не за что. Так, друзья мои, ну что? Будем нарваться или пойдем все-таки с тобой на арену сходим? Давай посмотрим, что у нас тут вообще еще есть. Так, эти в отключке. Эти в отключке. Ох ты, иди сюда, малыш. Куда побежал? Так, по-моему, такого у нас нету. Чешуйчатый Морти, я хочу его, ребят, поймать. Тут замену сразу же делал. Подожди, блин, я все время забываю посмотреть, кто он. Ножницы. Значит, мы с тобой берем камушек. И будет у нас мутагенный Морти. Так, редкий против экзотического. Так, давай-ка мы, наверное, плевочки ему пропишем. Ядовитые. Раз, двас, трис. И еще и отравили, да? Да. А ну-ка. Он еще 3 урона получает. Блин. Так, тридцаточка, да? 29. Ну что, я думаю, еще пару плевков ему не помешает. Раз, двас. Что-то как-то крит не очень хорошо сработал. Так, молотил использует. Ну что, я думаю, ребята, ему кранты сейчас будут. Подвергся урону от яда. Давай, еще плевочек. И с него, я думаю, хватит. Зонт. Безнадежно. Есть. Яд его... Ой, елки-палки, я же хоть... Фу ты. Друзья мои, вот это я лопух. Вот ты видел такого лопуха где-нибудь, а? Я же хотел его поймать. Да что ж такое-то, а? Я его просто-напросто хотел поймать. А вместо этого я его уничтожил. На свою голову. Здесь, короче, меня не пропустят, да? По ходу дела. Надо будет драться либо с этими, либо вот с этими.
Точно не пройду. Да как же не пройду? Вот и проходик, ребята, консервный банк лежит. Надо ее подобрать. Хей-йоу, хей-йоу. Так, стопы, стопы, стопы. Здесь ничего нету. Ну что, давай, наверное, на арену с тобой зайдем. Как ты считаешь? Нифига, опа. Смотри-ка, что я еще нашел. Тюбик. Турбулентного сука. Погоди, а у нас же с тобой есть лечилка, ведь так? Ведь так, поэтому я могу сейчас подлечить кого? Большая сыворотка применить на мутагенном Морти. Лучше его сейчас подлечить, чем потом во время боя, согласись. Так, у нас флип, клетка бактерии. В общем, это наши ресурсы. Бегаем тут с ними. Так, а магазинчик Рика? Сколько мы с тобой накопили денег? О, 596 шмекли. Берем, да? Или как? Лучше, наверное, большую взять. А с другой стороны... Нет, давай возьмем. Все. Хелсингер, кстати, тоже нужно брать, потому что если какой-то у нас Морти вдруг погиб, мы можем его, ребята, рисануть. Я хочу все-таки глянуть, кто у нас тут. Слушай, ну у него какие-то Морти обычные. Ну-ка. И я для этого ушел с пляжа. Докажи, что я не зря трачу свое время. Рик из Майами. Как скажешь, бро. Так, Морти, помощь управляющего. Ну, тут понятно, яйцо меняем сразу же. Сразу же на ножницы. А ножницы это у нас большой Морти. Так, редкий против экзотического. Уровень у него 13, у нас 16. Безнадежно, правильно. Так, скорость у него упала, друзья мои. Скорость у него упала, и это хорошо, потому что мы сейчас делаем костюм и туфли. Мимо! Как так-то? Бойкот. Так, а так растет. Что он еще там на себя повесил? И защиту повысил. А гляделки, ослабление. Так, и сила, да? Нет, я все-таки бомбану. Вот. Хандру мне повесил. Продолжаем, продолжаем. Так, я думаю, мы здесь твою налево справимся с ним. Да чтоб тебя, у него 3 хп осталось. Я все равно ушатаю его. Порезом. На. Гуляй, Вася. Так, следующий, кто там у нас? Безглазый Морти. Блин, а я не помню, кто он. А он бумага, и это хорошо. И к тому же он обычный. А ну-ка, проверочка. Хорошо тогда, на 19 ему. Так, срочно предмет. Восполняем с тобой здоровье. Давай, давай, давай. Слепой замах. Промахнулся. А вот теперь получи. Есть, друзья мои, вынесли мы этого хламона. И приходит следующий. Кто это? В красном свитере лопух. Продолжить. А, рождественский свитер. Даже так. Ну, на тогда получи. У нас ножницы. Так, он делает подъем и попадает. Блин, у меня костюмы туфли скоро закончатся. Но этого хватило, чтобы мы его истощили. А это что у нас тут? Морти в красной рубашке. Но это больше похоже на футболку, если честно, а не на рубашку. Два удара у нас всего остается. Ну, я думаю, что Большой Морти здесь один, скорее всего, у нас и справится. Со всей этой командой. Так что Рик, похоже, зря ушел с пляжа ради этого. Как-то так, друзья мои, как-то так. Мне обидно, конечно, что мы с тобой упустили Морти чешуйчатого. Так, большая сыворотка. И вот мы получили с тобой значок. Наверное, я перегрелся на солнце. Мне нужно прилечь. Так, мне еще не хватает двух значков, друзья. Двух. В
принципе, мы можем здесь с тобой пошуркаться. Почему можем? Потому что у нас еще очень много нетронутых, так сказать, Морти. И мы... Опа, опачки. Мортиклюшка, ребята, Мортиклюшка там бегает. Вроде как говорят, Мортиклюшка, блин, неплохой персонаж. А как мне его... Не пропустит же, да? Не пропустил. Гра, грампл, грабра, брабра, грал. Короче, понятно. Так, андроид Морти. Ну, тут понятно, тут сразу замена. И берем с тобой бумагу. Плюмбуса Морти у нас оказывается 9 уровня, ребята. Вот почему он такой слабенький. Изнурение нам еще делает. Защиту понизили, зашибись. Ну-ка, молотило применяем. Да, видно сразу, что наш Плюмбуса Морти, ребята, ну здесь вообще ни о чем. Просто ни о чем. Делаем замену. Делаем замену на Большого Морти. Зачем я взял Большого Морти против камня? Ёк-макарёк. Хотя, постой, вдруг у нас... Понятно. Блин, значит, я с клюшкой, ребята, не смогу сразиться. Почему? Потому что он от нас убежит. Точнее, даже не он убежит, а у нас не хватит. Так, ну я его добью. По резикам. У нас не хватит с тобой силёнок с ним справиться. Хотя, фиг его знает, что там за клюшка. 46 опыта. Так, яйцо. Морти получает 7 уровень. Так, большой Морти. Ага. Морти из приюта. Я не помню, кто он. Давай-ка заменим. Поставим с тобой судью. Ага, бумажка против бумажки. Ну давай толчок сделаем ему. Хорош. Хорош, ребята, все отлично. Я думаю, здесь будет победа. Давай щипание счетчик мы сделаем. Так, и остается, судя по всему, только лишь добить. Толчок. Окей, давайте следующего. Кто там у нас? Воу. Продолжить. Птицезавр Морти. Но он обычный. Поэтому сделаем, наверное, с тобой усиление. Давай-ка сделаем усиление. Ну-ка. А сколько это длится, ребята, усиление? Нигде не показано, понимаешь? Нигде не показано. Толчок. Что ты там? О-о-о-о, это что такое, ребята? Что сейчас было? Ах, он поглощает ХП. Прикинь? Что он может делать? Неизбежность какая-то. Смотри, смотри, смотри. На 3 единички себе ОЗ повышает. Ну, конечно, ты даешь, парень. На тебе. Добиваем, да? Да. Так, и следующий кто там? Это что за огурец, ё-моё? Замену, конечно, сделаем. Так, мутагенный Морти у нас остается. Хотя, знаешь, что мы сделать можем? Ничего. Просто сделаем замену. Кто ты? Морти в костюме захвата движения. Ого. Он редкий. 13 уровень. Ну, в принципе, мы тоже 13 уровня. Мы, кстати, одинаковые. Что он камень, что я камень. Раз, два. Но, по-моему, он бьет посильнее, чем мы. Еще ядовитый плевок. Раз, два. Отравить бы его? По-моему, мы его отравили. Да. Еще и третий удар вдобавок. Ух. Это последний Морти, кстати. Ну все, я думаю, что мы его сейчас добьем. Их, ядовитого плевка нету, но я думаю, этого хватит. Да. Все, 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 ты истощен. Так, 14 уровень получает у меня мутагенный Морти.
195 шмекелей и плюс Хелзингер. Вот это хорошо. Так, что ты сделаешь там? Шмекель даст сверху. Не надо мне твоих шмекелей. Так, губа. Да-да-да, иди отсюда. Так, ребят, теперь хиляемся. Так, большая сыворотка, применить. Я думаю, что нам лучше сделать на судью Морти. На судью Морти. Так, Хелзингер у нас есть, и все, в принципе. Плутонический камень нужно применить. У кого там у нас закончились, блин, атаки? И не помню ни шиша. Так, да что ты не туда нажал. Ну что, ребята, хватаем. Редкий Мортиклюшка. Так, ну, ясен перец, тут замена на судью. Так, он ножницы, а мы кто? А мы бумага. Не есть хорошо. Так, он вешает защиту. А мы вешаем атаку. Толчок. Слабенько. Прилично, звезданул там где так. Не забыть, ребята, его поймать. Мне не цель убить его, а поймать. Что ж ты делаешь-то, а? Так, желтенький, да? Давай еще ударчик и будем, наверное, уже его ловить. Так. Ёк-макарёк, блин, не успел поймать, а? Так, ладно, где у нас там мутагенный Морти, пускай выходит. Ну что, будем пробовать ловить? Применяем. Давай. Есть! Да. Даже Рик сказал, оу, он отправляется у нас в питомник. Ну что же, ребята, редкого мы поймали. Ага. Стоит ли нам этого ловить? Кто он такой? Это не тот ли самый мутагенный Морти? Ух ты, смотри-ка, чип. Блин, оу. Он здесь, ребята. А что, он обычный, что ли? Нет, он редкий. Блин, а мы с тобой... У нас команда-то. Хелзингер, на кого применить? На судью Морти, да? Поехали. Ну что, я попытаюсь сейчас поймать. Да-да, попытаюсь поймать вот этого, ребята, эпика. Главное не убить его, ё-моё. Замена. На ножницы. А ножницы у нас только одни. Придется получить люлей, ребята. Он нас уничтожит. Отрыжку делает. Точность. Так, мы сделаем с тобой атаку. Блин. Ого. Вот это мы ему всыпали. Так, ну тут понятно, тут выходит судья Морти. И сейчас мы с тобой попробуем поймать его. Как раз у нас последний чип. Да, ребят. Талисман Дикар Морти у нас в кармане. Вот теперь можно спокойненько отсюда уходить. Хотя, подожди-ка, у нас же... Опа! Штучку-то нашел. 190, так, тут клетка бактерий и средство от яда. Средство от яда. Нет, конечно, бы хотелось бы поймать, наверное, вот этого намахламона. Да, в принципе, ребята, если мы сейчас посмотрим, что у нас там по Морти происходит, ну-ка, мы можем его поймать. Давай попробуем. Где он тут бегает? Вот он тем более обычный. Так, это у нас двойной Морти. Замену. На мутагенного Морти мы поменяем. Блин, ребята, да ёк-макарёк, я же забыл, что у меня нету этого. Как он называется, скажи? Микрочипа нету.
Поэтому поймать я его не смогу. Да, блин, у меня и плевка нету. Ладно, давай для опыта его, ребята, уничтожим. Получим опыт. Так, тихо ты. Блин. Да-да-да, подбил. Пускай радуется. Судья Морти, выходи. Я надеюсь, одного удара будет достаточно, чтобы его размазать. Да как так-то? С одной хп-хой выжил, а? Щипание счетчиком сделаем. Все, друзья мои. Сколько опыта? 60 очков. И яйцо Морти получает тоже 20 очков. Ага, батарейку получили. Отлично. Ну что, друзья мои, бежим в телепорт. Так, а сколько нам еще значков нужно? 2, по-моему, да, если не ошибаюсь. 2 значка нам надо. Это то есть 2 еще надо будет подбить. Лаборатория Морти, ладно. Это пока нам не нужно. Нам нужно... Вот. Питомник Морти. Дай-ка я почитаю про это яйцо. Блин, слушай, а зачем мне 2 плюмбуса? Значит, кого-то можно... А как их продать? Скажи-ка мне на милость. Угу. И я не знаю, как их продать. Лагерь. Так, плюс 10. 2000 очков опыта. Начать лагерь. Изменить Морти. Подожди. Уровень лагеря плюс 10. Морти с уровнем 10 и выше можно отправлять в лагерь. А почему у меня нету такого варианта, ребята? Я не могу. Что, хотите сказать, что у меня нету Морти 10 уровня? У меня их там дофигища, если честно. Может быть, их нужно подлечить? Сейчас проверим. Исцелить. Так. Добро пожаловать. Лагерь. Изменить Морти. Ага. Ну, давай. Подожди, у меня 2 талисмана Морти. Добавить. Добавить. Добавляем. Морти Джерри тоже добавить. И что у нас получается? Начать лагерь. Точно хочешь отправить этих Морти в лагерь на 24 часа. Они будут недоступны для использования в этот период, но вернутся с возросшими очками опыта. Конечно. Один день. Лагерь начался. Захоти позже, чтобы увидеть результат. Как скажете. Все, друзья мои, они пошли там тренироваться. Так, что мы с тобой хотели сделать? Магазинчик посетить. Так, а этому нужна супер батарейка, да? Насколько я помню, этому роботу внизу. Предметы. Сколько у нас денег? 871 шмекель. Почему я могу только покупать? Блин, а почему продать не могу ничего, а? Обидно даже как-то немножко, что я ничего не могу продать. Может быть, что создать можем, а? Давай-ка глянем. Я могу создать сыворотку. Простую. Самую простенькую сыворотку сделал, да? И... Так, вот. Бактерию. Сделал. Теперь мутировавшая клетка бактерии. И все. Гарнитуру виртуальной реальности Роя. Как далеко ты зайдешь в игре Ракета Рой? Я не знаю. Межпространственные очки позволяют смотреть через глаза другого тебя.
Что это такое вообще? Собачий ошейник. Но ведь он нигде тут не применяется, ребят. Собачий ошейник нигде здесь не применяется. Пошел я, короче. Слушай, может быть, нам выложить это яйцо все-таки, а? Можно мне посмотреть параметры? Сведения. Похоже, в этом яйце есть жизненная сила. А как его вылупить, ты понимаешь? Я с ним вот бегаю. Грубо говоря, я теряю на одного бойца. Почему? Потому что это яйцо, оно не атакует. Оно вообще ничего не делает. И для нас оно как бы, ну, бесполезно. Поэтому давай мы его зададим, наверное, в питомник. Так. Изменить. Яйцо мы с тобой удаляем. А добавим-ка мы лучше с тобой, наверное, грязнули Морти, да? Клюшку Морти, во. Клюшка Морти будет уже с нами. Ти-ти-ти-ти-ти-ц. Так, ну что, погнали с тобой в портал очередной. Вот написано портал впереди. Забегаем. Куда нас нелегкое занесет? Ничего тут не лежит. А тут можно пройти? А? А? Да, конечно. Так меня туда и впустили. Блин, неужели с этим... Он меня не пропустит, ребят. Он сейчас среагирует. Вот вшивик. Ага, Рик, какой чудесный день, чтобы нюхать цветочки, любоваться пейзажами, купаться в пруду. Но мне гораздо интереснее сделать тебя лузером, так что давай начнем. Ладно. Начнем, Фларго. Начнем. Девочка Морти. 12 уровня. Ну давай, девочка Морти. Туфлями тебе в полбу, на. Плакса. Так, защиту мне понизило, да? Тогда еще туфлями дадим. По шеям. Скрючивание. Так, добиваем порезом. Да как так-то? Как так-то ты промахнулся? Ну, Морти, ну что ты, а? Не дай бог сейчас промахнется. Не, нормально. Добил. И получаем 17 уровень. Так, кто там следующий? Ага, табурет Морти. Продолжим. Это камень. Но он обычный. Он у нас обычный. Поэтому давай-ка влупим ему туфлями. На половину хп. И добиваем. Иди отсюда, выкинь мне там. Это что за каратист с перевязанной головой? Продолжаем. А, это телепат Морти. Даже вот так вот. Ну-ка. Ёк-макарёк. Нистовый разум. В атаку. Как-то так, друзья мои. Ой-ой-ой, это что такое? Что это за Морти? Что у него с носом, ребят? Морти с одним шнобелем. Ай, Морти с одним шнобелем. Зашибись название. Друзья мои, напишите в комментариях, такие Морти действительно были в мультике или уже придумали. 33 очка опыта. Так, ну что, мы с тобой тренера побили. Хеллзингер мне дали. Слушай, вот это круто. Вот так вот просто взяли с тобой и получили Хеллзингер. Грр, оставь меня в покое, Рик. Нечестных победителей никто не любит. Почему нечестных? Все было по чесноку, не надо мне свистеть здесь. Сам наехал на меня, получил, еще что-то заныл тут. Так, ребят, я с вашего позволения вот так вот сделаю. Фига себе, ему мало. Ему мало одной вот этой вот пробирки было. Так, ладно, мы с тобой пойдем дальше. Тихо, это кто у нас? Кто это там бегал сейчас? Грустный му... Опа. Забрали клетку бактериальную, смотри. Ага, там аж их два. Но здесь мне никак не пройти, согласись. И, кстати, вот здесь я тоже, наверное, не пройду. Или все-таки смогу.
Ага, ухитрился я тут пробежать. Давай тогда... Вон, вижу штуку одну полезную для меня. А вот здесь уже, скорее всего, не получится. Да ты посмотри, они везде здесь стоят. Я заберу эту штуку себе. Так, батарейка и средство от яда. Будем ловить этого. У нас же, по-моему, такой, друзья мои, есть, да? Ну, я думаю, лишним не будет. Мы зато сможем что с тобой сделать? Скрестить. Кролик Морти. Ну, давай. Туфлями ему. Ухмылочку он сделал мне, да? Ну-ка, предмет. Ловим, ребят. Изи. Кролик Морти у нас с тобой идет в копилку. Стоп, давай дальше посмотрим, что у нас тут есть. А где у нас арена тут находится, а? Я хочу на арену зайти. Хочу зайти на ареночку. Сейчас мы посмотрим, где она тут у нас находится. Пока я ее не вижу. Ах ты, жук ты навозный. Все-таки поймал меня. Перехитрил. Так, пловец Морти. О, тут у него 5. Ребята, у него 5 Морти здесь. Подожди, я хотел поменять вообще-то. На бумагу. Судья Морти, пускай выходит. Ну-ка. Безнадежно, то есть это слабенько. А мы попробуем через толчок. Прекрасно, 13 хп снесли ему. И уже славненько, на тебе еще. Но он тоже бомбит не кисло. Причем это обычный. А у нас редкий. Так, минус 1. Так, мы уровень, кстати, получим. Ага. Трудега. Морти мастер на производстве плюмбусов. Он ножницы. Я понял. Ушатает, короче, он не судью сейчас. Но мы ему на дорожку тоже навтыкаем. Пока. Судья Морти. Значит, мы с тобой возьмем. Давай проверим клюшку. Клюшечка, ну-ка. Ух ты, защита, пинок. Сила и точность. Сила и точность, так. Сила 50. Ну-ка, давай пинок. Угу, пренебрежение делает. Я все равно ее буду, ребята, пинком бомбить. Готов. Следующий. Пловец Морти. Продолжим. Так, а это у него второй, что ли, пловец Морти получается, да? Ну, давай проверим через пинок. Да, получаем мы с тобой звездюлей-то здесь. Блин, он меня еще сейчас и ушатает. Получается, да? Блин, если бы не было вот этого вот штрафа при замене, ребята, когда меняешь персонажа, он сразу ходит. Было бы намного все лучше. Ну что, атакуем плевком. Все. Сдулся. Так, у него остается, ребята, 2 Морти. Кто это? Так, безглазый Морти. Мы продолжим. Бумага. Блин, против камня. Нехорошо. Раз, два. Отравили. Стирание. Потрясающе. И давай-ка еще ядовитую. Раз, два. 5 стирания делает, да? Ты посмотри. Все, сдулся парень. И остается последний Морти. Кто это? Хм. Ты кто такой? Уличный псих? Уличный псих Морти, ребята.
Ядовитый плевок. Раз, два, три. Всплеск. Подожди, подожди, подожди. Последний плевок у нас. Раз, два. Ушатал, гаденыш, все-таки, а? Ушатал. Так, ну он ножницы. Мы с тобой возьмем. Блин. Большой Морти. Ну что, добьем его? Да. Лузер, действительно. И чип контроля Морти мы получили, прикинь. Я тебе шмекели набросаю. Без шмекели мы сегодня обойдемся с тобой. Все, 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 сдулся. Где же тут портал? Я его не вижу, ребята. Стоп. А где же он тогда? Где находится портал? Вот это новости. Неужели в этой стороне, а? Эх, не хотелось бы мне туда идти. Потому что я не пройду, ребята. Меня там запинают. Создать что-нибудь можем? Не. Не хватает. Ничего у нас не хватает. Хотя вот, мы можем с тобой плутонический камень сделать. Или чистый плутонический камень. Но это восстанавливает всем ОАшки. Похоже на обычную, но мощь. Вот что мне нужно, ребята. Супермощная батарея для робота. И получается все, да? Ошейник собачий, я не знаю, нафиг он нужен нам. Чип контроля Морти. Создадим. Я просто батарейку. Батарейку, друзья мои, я сфейлил. Твою дивизию. Нашел батарейку и тут же ее сфейлил. Точнее, ее создал. Ну что, придется с этими хламонами драться, ребят. Тут не пройти мне никак. Они меня здесь уроют. Вот что я тебе могу сказать. Эй, Рик, что ты делаешь в моем районе? Думаешь, можешь тут спокойно разгуливать? Я так не считаю. Не считаю это. Блин. Ну и вот как тут быть? Давай туфли сделаем. Блин, а почему, ребята, вот он камень? У нас ножницы. Почему мы ему так влепили не кисло? С чем это связано? Ах ты, добить не смогли. Тычок делает. Все, мы его ушатываем. У него 5 Морти. Ну все, 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 иди отсюда. Кто там у тебя следующий? Что это он облизывается здесь? Продолжим. Это тусовщик Морти. Ножницы. Слушай, у нас есть какой-нибудь предмет, чтобы там хильнуться? У нас такой Хелзингер. А Хелзингер на кого можно применить? На судью Морти. Верно? Верно. Пускай будет. Так, молотило получили мы с тобой. Блин. Порез. Слушай, ну тоже неплохо ударил. Блин, сейчас ушатает нас. Или мы, или он. Давай проверим. Мы. Так, это второй. Ну, этого Морти можно, в принципе, легко, хотел сказать, забомбить. Но мы с таким уже дрались. И он довольно неплохо получал люлей у нас. Но почему-то не в этот раз. Ушатал. Да я вижу, вижу, вижу. Давай, знаешь, что мы возьмем с тобой? Плюмбуса Морти. Бумажка. 9 уровня. Почему он так слабо у нас, ребята, развит? И атаки у него какие-то никудышные. Наверное, нам надо было его заменить. Молотило это что-то как-то вообще. Да. Вся надежда на судью Морти. Давай еще молотило пропишем. Последний удар. Ох ты, что он делает? Вот говнюк. Он, ребята, подхилялся.
Он подхилялся. Мы его не успеем завалить. Ну что, последний у нас судья Морти остается, и все. Ему будет тяжело сразиться со всеми тремя. Да какой предмет? Мне нужна атака, а не предмет. Толчок сделаем. Окей. 14 уровень судья получает. Морти в красной рубашке. Давай проверим тебя. Да. Мы не справимся. Блин, если бы у меня хотя бы была бы хилочка какая-нибудь. Сейчас будет канцерогенный Морти. Карциногенный. Даже вот так вот. Он эпический. И он меня сейчас ушатает. Тем более он... Ну, посмотрим сейчас. Ух. Что? Что это было, ребята? Три удара я получил. Я офигею. Зашибись. Да, неудачное, конечно, местечко мы с тобой выбрали. Короче, я сейчас буду Плюмбуса Морти менять. Мне не нравится он, ребят. Я не знаю, как вам, но вы сами видите. И атака у него какая-то... Никуда же так, у тебя есть одинаковый Морти для синтеза. Ну да, это, по-моему, кролики, если не ошибаюсь. Да? Синтез. Да, это кролики. И что получится? Ого! Злой кролик Морти. Вот кто у меня получился. А где его посмотреть? Ёк-макарёк, ребята, он стал, смотри. Он стал редким. Вот как раз-то мы его сейчас и возьмем с тобой. Хранение. Убираем с тобой Плюмбуса. Где он там у нас, Плюмбус этот? Изменить. Так, 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 вот. Плюмбуса мы с тобой удаляем. А вот этого злого кролика добавляем. Тем более он сразу 16 уровня. Ха. Спасибо. Смотри, в маске. Ой, кролик-убийца. Так, сколько у нас с тобой шмекелей? Чип контроля у нас две штуки. Предметы. Посмотрим. Вот, 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 вот. Я возьму, наверное, большую сыворотку. Где бы здесь можно было бы хорошо заработать финансики, а, ребят? Хочется заработать много шмеклей. Где-нибудь 1040, 50. Я был бы доволен, как удав. И вот лаборатория Морти. Ребята, вы мне так в комментариях и не написали, что делает лаборатория Морти. За билеты? Или... Или рандомно можно там сделать. Я так понял, там можно улучшать как-то свои супер... Ух ты, супер удары. Ух ты, смотри. Типа под призрака косит, что ли? Мы пока его трогать не будем. Пускай он тут пока летает. О, амебка там. Хо, вот и портал, друзья мои. Так, это интересно. Ну-ка. Нехватку пространственного зрения компенсируют мои крутые Морти. Ты попал, Рик. Да ладно тебе. Такой вампир. Так, Морти в рождественском свитере. О, ты под большого Морти попал. А это значит, что тебе крышка, парень. Какой подъем ты там еще делаешь? Это Крит его так звезданул мне? Я тебя умоляю, парень. В плане, блин, наш удар еще и... Не попал по нему. Так, он меняет, ребята, на кого? Арестант Морти. Ты думаешь, это тебе поможет, что ли? Так, что там загудело? Ага, он восполнил себе 20 хп. На-ка. Блин, одно З осталось. Кровяное давление.
Атаку себе подкачал. А ты в курсе, что это тебе уже не поможет, парень, а? Атаку он себе повысил. Истощен. А? В рождественском свитерке пришел. Я с тобой еще не закончил, парень, поэтому поехали. На-ка. Сразу хоп, убрал. Так, Мурти Экзо Альфа. Ножницы. Ну давай прощупаем тебя, сосунок. Фрагмент делает. Слушай, мы его ушатываем. Окей. Истощен. Ну где ты там, давай, рождественский, выходи сюда, я жду. Все бегает от меня, бегает, думает, убежит. Пора всыпать ему по резикам. Гуляй, Вася. А нам давайте следующего. О, это птерозавр, который отхиливается, да, у нас? Он у нас отхиливается, друзья мои, при атаке. Костюм и туфли. Шикарно. Неизбежность применяет, видишь? Оп, и три хпшечки себе восстановил. Последний костюм и туфли. Так, это сейчас у него будет 15 хп. Слушай, ребята, наверное, нам надо делать порезик. Есть! Все. Победа. Так, сыворотка и значок. Убирайся прочь, лучше потерять единственный глаз, чем снова видеть тебя. Так, мне нужен еще один, друзья мои, значок. Еще один. То есть еще нужно найти один портал. Опа! Кто это тут бегает у нас? Это посмотри. И посмотри, куда ты побежал, хлыщ. Иди сюда. И думает, я от него отстану. Так, нет. Чешуйчатый Морти мне нужен, друзья мои. Главное не забыть, чтобы его не добить, как в прошлый раз. Слушай, а он такой неплохой, 51 хп. Я надеюсь, этот такой же уровень нам выпадет. Зонт. Слушай, друзья мои, по-моему, пора его ловить. Надеюсь, получится. Применяем. Твою компашку. Он мне еще и Морти бомбанул. Вот так вот, друзья мои. Лишь бы не переборщить. Ядовитый плевок делаем. Раз, два. Блин, пробуем еще разок. Есть. Поймали мы его. Слушай, ну это круто. Это круто. Блин, жалко, конечно, что один у нас из Морти погиб. А, у нас же Хеллсингер есть, верно же? Посмотрим. Шиш там у нас есть, твой Хеллсингер. У нас есть просто большая сыворотка и маленькая сыворотка. Маленькую сыворотку можем применить никуда. Потому что не стоит этого делать. У нас и так все хорошо. Так, ну что, мы с тобой портал прошли. Можно отсюда, в принципе, смыться. Опа. А что, если будет, я еще одного поймаю? Их же нельзя скрещивать. Короче, я его ловлю. А, блин, ловлю. Слушай, может быть, нам сбежать? Давай-ка мы, наверное, сбежим с тобой. Почему сбегаем, ребята? Ну, он мне не нужен. Элементарно из-за того, что у меня нету чипа. Чипов нет. Соответственно, я его поймать не смогу. Но зато можно с него что-нибудь получить, какие-нибудь предметы. Ух ты, вон там штучка лежит, ребят, хорошая. Как мне ее получить? Здесь пройдем? Ага. Так, шмекели 200, сыворотка и клетка бактерий. Чтобы выполнить все три задания, ребята, я должен победить всех тренеров здесь. Тогда это будет считаться, что полностью все пройдено. Наверное, нам лучше отсюда уходить. Ну, я имею в виду в портал. Погнали с тобой в портал, короче.
Секунду, секунду, секунду. Да, здесь мы пройдем. Призрак, да, бегает. Я бы его с удовольствием хотел бы поймать, но не могу. Подожди, а где у нас? Что-то я потерял. А где портал-то? А, вот он, вот он. Ну что же. Короче, нам нужен еще с тобой один значок. И тогда мы сможем подраться с этим, еще с одним членом совета. Ух ты, а тебе-то что надо, парень? Морти в питомнике, Морти постоянно перепутывается. Если честно, я не уверен, что мои Морти действительно мои. Они все одинаковые. Ты можешь создать ошейник для моего любимого Морти, чтобы я его больше ни с кем не перепутал? А у нас же есть, по-моему, ошейник. Ой, это кабель, вот. Отлично, больше недоразумений в питомнике Морти не будет. К тому же он стильный, моему Морти понравится. Возьми вот это за свои труды. 500 шмекелей. Вот это я понимаю, вот спасибо тебе большое. Все-таки надо как-то с этой лабораторией. Самое как бы безопасное место для модификации Морти. Как бы мне это понять? Что за модификация? Ухмылка. Наверное, это все-таки, друзья мои, делается за купоны. Сохранение этих изменений стоит точно, ребята. Купоны нужны. Без купонов здесь ничего не сделаешь. За купоны можно... А купоны здесь только вот так вот. Маринованный Морти. Пикули Рик. Кто-то мне из подписчиков писал, что он хочет получить этого маринованного Морти. Так, ладно, будем знать, что здесь нужны билеты. Так, ну что? Я думаю, надо хильнуться. И, в принципе, ребята, можно, наверное, питомник. Можно, наверное, отдохнуть, да? В следующей серии я рассчитываю получить билетик и сразиться с членом совета. Победить его, естественно. И получить следующее задание. Да, друзья мои, как-то так. Ну, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.